Капитан Юджин, мы окружены неизвестными кораблями. Что будем делать? Ну что ж, раз они этого хотят, они этого получат. Сейчас мы поразим их. Добрый вечер. Добрый вечер. Ваш корабль такой грациозный, мы просто поражены. Говорю же, что мы их поразим. Ваш корабль тоже великолепный. Всего вам наилучшего. И вам того же. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы сегодня неотразимы. Спасибо, а ваш корабль так завораживающе бликует в лучах солнца. Великолепный денек, не находите? Согласен с вами, сударь. После вас. Нет, после вас. Ох, какой вы милый. Удачи вам. И вам всего наилучшего. Представьте, какая будет игра про космические корабли без конфликтов. Верно, отстойная. Поэтому в игре Star Conflict присутствует очень много конфликтов. Всегда мечтал побывать в других галактиках? В бесплатном ММО-экшене Star Conflict ты сможешь возглавить космический флот и разгадать тайны вселенной. Вселенной полной конфликтов. В этой игре тебя ждут яростные сражения с другими игроками, а искатели приключений затянут сюжетные миссии с очень богатой историей. Полный конфликтов. Также тебя ждут более сотни кораблей, от быстрых перехватчиков до огромных эсминцев. Используя инопланетные технологии, создавай свои уникальные корабли, чтобы затевать и разрешать конфликты. Прокачивай своего пилота. Вбухивай все очки опыта в конфликтность. Ну ты понял, конфликтов будет много. Заходи в игру, зови друзей и отправляйся к звездам в игре Star Conflict. Подробности в описании. Груды. Прошло много времени. Пауэрдрыщ изголодался по охоте. По приключениям. А самое главное, по еде. Черт! Опять меня оставили с говном. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем снова играть в Ark Survival Evolved! Мы открываем новый сезон этой игры. Возможно, в этот раз все будет по-другому в этой игре. Но одна перемена нас точно ожидает. Ну что ж, вы готовы? Приступим! Как же мне поймать его? Опять, видимо, придется питаться. Что вы хотите, Пауэрдрыщ давно не ел. Ему очень плохо, он похудел. И у него всего 4-й левел. Все это время я просто валялся под кустом. И не думайте, что я сидел в кустах, потому что устроил засаду. Я просто валялся под этим кустом все это время. Как бомж. Да, я не в лучшей своей форме. Думаю, мне стоит переименовать себя на время, чтобы соответствовать. Ультра-дрыщ. Чрезмерно худой. Что ж, ребят, мы начинаем новую историю. И на этот раз мы учтем все ошибки. И все будет иначе. И не факт, что в лучшую сторону. Опа, смотрите, сразу же есть подарок судьбы. Давайте залутаем его, этот подарок. Что это? У тебя есть нечто полезней. Закрой глаза. Неприятно тебя бить, когда ты такой смотрящий в небо, стремящийся к свету. Ой, ты был жив. Мне нужно мясо. Мне не дали. А, нет, 12 штук мяса. Уии. Мы снова приползли из пустыни к островам. Думаю, здесь мы сможем отточить все навыки и стать мега крутыми, в общем. Ударить рыбу губастую. Она в шоке. А чё ты в шоке? Думал, я подплыву к тебе целоваться? Я забью тебя насмерть. Нет, я устал. Что ж, мне нужно добывать дерево. Мне нужно добывать все и прокачиваться как можно быстрее. Я покакал. Надеюсь, вы рады. Это же шутки века. Ладно, пацаны, давайте серьезно. У Пауэрдрыща плохие дела. Очень плохие. Давайте сделаем что-то, чтобы помочь ему как-то выбраться из этой скверной ситуации. Например, притусуемся к кому-нибудь. Фу, ты что такое? Ты есть что? Ты вообще не динозавр, ты в курсе? Вы в курсе, ребят, что эта штука жила до динозавров? Она даже не является семейством динозавровых. Однако левел 8. У тебя лицо как у Кобзона. Такое же древнее. Ладно, не буду вам мешать. Я, собственно, здесь для того, за тем, чтобы дерево найти. А деревьев почему-то нету. Ух ты, здрасте. Какая интересная ловушка. Это чей-то дом? И, походу, мой. О, нифига себе. Тут даже удобрение лежит. Все мое. Додо! О боже мой. Знаешь, сначала я подумал, что увидел стебель бамбука, но это просто угар. Додо, не надо смеяться надо мной, ведь ты, как ты знаешь, тут выживание очень трудно дается, особенно таким, как я, который не мог долгое время находиться в игре. Мне нужно выходить, постоянно из нее работать. Вот что я думаю о твоих отмазках. Грубиянство. Вот что я думаю о твоем грубиянстве. Вот тебе. И мне еще за это левел дали, понял? Так, давайте вес прибавим себе. Изучение лежак. Эта фигня... Еще какая-нибудь фигня. Прости, Додошенька, но я должен тебя убить. Мне нужно мясо. А, Женек, зачем ты это сделал? Бо.
Все, он спать лег. Все, смерть. Шерстин. А, 4 штуки дали. Окей, хорошо. А я могу сломать трубу? Я могу ее ударить? Но стало больно только мне. В чем секрет этой трубы? Знаете, этот дом идеален. Мы можем здесь затусить какое-то время. Тук-тук-тук. Кто там? Это ультрадрыщ. Мне нужен ночлег. Слушай, чувак, не тупи, ты сам с собой разговариваешь. Мы же тут живем уже. О! Это замечательно! Ну так откроешь дверь? Вообще у меня нет ключа, но давай попробую. Кто там? Это я, ультрадрыщ. Поможешь мне открыть дверь? Нет, проваливай, мы никого не принимаем. Вот так вот, мы не гостеприимные, мы будем сами по себе выживать. А, вот деревья, наконец-таки. Вот так, мы приоделись, давай-ка, хоп, хоп. Куда это, кстати, а, вот. Руки, ноги. Просто красавчик. Надеюсь, я скоро наберу свою массу. Почему мне плохо? Я пить хочу, но моя жажда убийства сильнее. Скорее пить! Скорее пить! О-о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 -
Это какая-то стрёмная медуза. Удар. Она примет удар? Давайте просто бить ее, вдруг мы ее замочим. Мы ее замочим и получим много экспириенса. Она пытается со мной общаться, но я не понимаю язык медуз, поэтому я просто буду бить. Скорее всего, она меня оскорбляет как-то. Интересно, долго я ее буду бить? Может быть, вот это... А, 40-й левел, вот. Лучше с тобой разберусь. Уу! Убили! Нифига себе! Что мы можем из нее добыть, кстати говоря? Биотоксин. Найс! Слушайте, можно убивать медуз и вообще получать много левелов. Значит, левел 5-й. Давайте прибавим себе хп на этот раз, чтобы можно было дом достроить. Черт, так мало всего. Я тут быстро убил. Я думаю, тебя тоже смогу быстренько убить. За нее очень много дадут. Очень. Сразу левел. Шестой левел дали. Офигеть. О, у меня желудок болит. Давайте вес прибавим. Ящик, шапка. Ой, надо было рогатку, наверное. Ну, фиг с ним. Какой крутяк. Вон. Мы можем сейчас себе приготовить мясо и убить вот этих двух медуз. 35-й, 40-й. Нормально. Просто подарок судьбы. Пусть горит. А пока мне нужно добыть дерево себе. О, посмотрите, это камень. Его бить нельзя. Вон деревушки. Деревце добыто. 145-й левел у этой обезьяны. Может быть, ее убить? Костер, не беси меня. Гори. Продолжай гореть. Так, уголь пока не надо. Блин, надо его дропнуть. Тихо, 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 тихо. Нет! Нет! Ослепило! Все, это какие-то двигающиеся медузы. Вот, вот так. Как я испугался сильно. Медузка, не надо так делать больше никогда. Сейчас, погоди, медуза, скоро все закончится. Можешь не переживать. Страданием почти что пришел конец. А, да. Очень омерзительный эффект у нее. Хорошо, а вот эти штуки, которые мы добываем, они много весят? 8 кг. Да вы офигели? Удар и отходим. Нормально? Простила меня? Там чувак переплывает. Она не двигается, все, можно бить. Тихо. Блин, мы потихоньку подплываем к ней. Пожалуйста, не трогай. Прости меня, дурака. Прости меня. Прости меня. Так, все забрать. Все забрать. Все. Где он? Вон он. Don't be scared. I'm your friend. Nice beard. Hello. Wow, you have such a tiny voice. Are you going to infect me? You're infected. I'm Russian. Oh my god. Я говорю по-русски. That's terrible. Просто отойдем от него, пожалуй. Он меня заразил. Мразота меня заразила. Не хочу я с заразными вести дела. Вот черт, как мне от этого вылечиться теперь? Давайте посмотрим на состояние здоровья. Мы не коцаемся. Мы просто болеем. Давай, обезьянка. Попробуем подраться. А, она не сдает сдачи. Значит, я могу на ней прокачаться как следует. Да погоди ж ты. Я думал, она будет меня атаковать. Я вообще боялся обезьян этих. Стоять. Есть. Не понимаю, обезьяна со мной дерется или что она делает? Что ж, мне дали левела. Во, теперь мы можем 140 кг таскать. Мне нужно найти какое-нибудь место, где можно камни добывать. Офигеть, нам за обезьяну дали сразу 2 левела. Просто великолепно. Давайте хп прибавим. Еще очки дали для изучения. Так, это свинское сиденье, седло. Прикольная штука. Но мы это сейчас пока не будем изучать. Ну-ка, мы уже можем скрафтить себе лежак? Не хватает. Черт, а куда же водичка-то и устремляется? Место, в которое я не смогу попасть, да? Конечно же. Чертовски обидно. А, погодите, вот оно. Буль-буль-буль. О, хорошо как. Слушайте, потрясающе удобное место. Ну-ка, давайте попробуем что-нибудь сюда посадить. У нас же есть семена. Никаких? А что если measure berry сюда? Блин, у нас нет семян. Беда. Надо собрать. О, вот вы камешки где. А я высыскал повсюду. Дич, 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 дич. Замечательно. Где у нас топор? Very good. Надо посмотреть теперь, где у нас тут костер. Есть ли он вообще здесь, вот в этом доме? А, вон он, рядом. Что ж, готовить. А пока идет готовка, надо найти себе древесину. Смотрите, прямо рядом с нами. Неужели прямо рядом с нами спустится подачка? Это очень круто. Заюзаем ящик, чтобы сложить сюда вот
Давайте часть камней, наверное. Пусть весь фибер, тач. Блин, сюда кто-то придет. Ну-ка, пойдемте смотреть. Слушайте, это необычайно удобно. Он прямо вот сюда спустится ко мне. Это тот чувак, он погиб. Ладно, мы и так уже заражены. У него, к сожалению, пусто. Давайте сделаем из него вкусный обед. Меня бесит, что я заражен от него. Как от этого избавиться? Оп, он здесь. This thing is mine. Why are you sick? У меня, кстати, 21 левел. Я русский. Fuck Russia. Fuck it. Ух ты, забираем все это. Он все забрал, кажется. Есть, мы грохнули его. Да-да, ты чё? Он на меня атаковать. Женек, зачем ты его убил? Я отомщу тебе. Это очень агрессивный Додо. Но я их обоих сделал. Хорошо, хорошо. Какая-то маска. Возьмем пистолет, конечно же, шляпу. Очень важная вещь. Возьмем факел, возьмем пистолетик еще один. Копье возьмем. Только самое необходимое возьмем. Какая-то шляпа. Это все. Я не могу идти, я перевешен. А что у Додо есть? Ягодки. Придется камни выкинуть. О, боже мой. Срочно, срочно все нести. Я уснул. Чтобы ночью нам присниться ты. Почему я уснул, я что-то не понял. Просыпайся, мистер Пауэр Дрыщ. Он слишком слабый стал, слишком худой. Прошу, проснись. Уже можно. Все, поспал. Хорошо стало? Вот, мы попили воду, и все хорошо должно быть теперь. Ну-ка, что мы взяли? Что это за пестель такой? Какой-то пистолет. И что с ним можно делать? Это просто сигнальная ракета. Оно мне надо? Непонятно. О, давайте лежак свой постелим вот здесь вот прямо. Не, не получится, надо место освободить еще побольше. Вот сюда, смотрите, эту фигню убрать все. Не знаю, что мы можем с цилиндром делать. Месье, все, это да, это да. Можно еще вот эту штуку, да, я так понимаю, одеть куда-то. Экуип, нельзя одеть почему-то. Что ж, теперь я месье. Пойдемте, где наш костер? Он где-то горел здесь. А, вон он. Как раз заберем сейчас оттуда все мясо приготовленное. Одно всего лишь почему-то. Фу, маленький заразный мальчик заразил моего персонажа. Мне аж неприятно самому. Давай, факел. Вот, в руки. Это очень стрёмно выглядит со стороны. Я бы сказал, даже как будто из ужасов каких-то. О, прям вот здесь. Это совсем не близко, на самом деле. А, черт, у меня всего лишь 9 левел. Жалко. Я не смогу подобрать эту синюю штуку. Какой-то еще домик мы нашли. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы сможем из этого делать что-нибудь? Пожалуйста. Нет, мы не можем зажечь. Вох. Куда? Куда-то вниз мы упадем. Это какая-то... Как называлась эта дверь в Игре Престолов? В этом замке наверху. Высоко в горе. Воздушная дверь или небесная дверь? Небесный люк, по-моему, нет? Ну, короче, это эта штука. И да, чтоб никто ничего из вас не вопил, это PvP-сервер. Тут PvP. Тут можно убивать других, если хочешь. Да я очень хочу. Теперь мне почему-то кажется, что вот эти вот все предметы, которые я нашел, были куплены парнем. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что он это каким-нибудь образом просто получил в игре. А то, получается, я его реально ограбил. Я не знал. Я правда не знал. Я надеюсь, я его не ограбил. Как он меня напугал. Hello, I am, sir, old tradition. You look sick. I feel sick too. We probably slept with each other a couple of weeks ago, but I don't remember. So, how about friendship? Тебе нужна помощь? Yeah, I'm sick and I'm dying of it. Can I join your tribe? Я могу тебя кинуть к аирдропу. Maybe you can drop me inside your house. Нет, прости. I look like a flying leprechaun. So, why don't you kill me? Я дружелюбный. Yeah, me too. You see this head? I didn't kill anybody for it, honestly. Thanks for dropping me here. Что мне дал? О, ткань немного. Thank you so much. Thank you, kind sir. Так, он хочет, чтобы я взял этот дроп? А как я могу? Неужели я могу взять его? Но ему виднее, он думает, что я могу взять его. Он почти спустился. Вау, cool. Thank you. Do you know how to get rid of this disease? Очень сложно вылечиться. This crate is not for me. Sorry. О, он, кажется, для меня это все возьмет. Воу. Нифига себе, мы взяли какой-то мега-шмот, пара дрыщ, не пугай меня так. Все, я все подобрал. Что ж, давайте приоденемся. Так, здесь эти сапожки, перчатки. О, он меня подобрал снова. So, you're just flying around and help people. И еще я убиваю людей. So, now you're going to kill me, right? Нет, я убиваю только если кто-то убивает. There was a guy who tried to kill me. He had a beard like you, and he was very, you know, Russian guy. I hate Russians. Lol. He was so Russian, I could hear his... Погоди, мне нужно стамину поднакопить. So he got me infected and killed me. Don't ask how he got me infected. Let's just say disease got from behind. Ты видишь белый дроп? Yeah, I see it.
О, level up. Давайте веса прибавим. Вот. Значит, наркотик можно изучить. И можно изучить кровать. И пока все. Мы летим к нему. Я так подумал. Я так понимаю, я буду всю серию сегодня летать и собирать дропы. Оу! Ты все забрал. Почему у меня глаза светятся? Забирай! Забираем быстрее, а то сейчас все укатится. I'm overweight. А чем я так переполнен-то, не понимаю. Давайте выкинем вот это. Это мне тоже не нужно. Шляпу выкинуть. Так, он меня припер сюда. Так, давайте-ка поставим вот здесь. Блин! А, мой лежак! Прощай! Ну-ка. Как долго мы можем его держать? Он возвращается. Давай замутим тебе базу. Где нам следует ее построить? I don't know. You're an expert here. You tell me. Встань под мою птицу. That Russian guy said something like that, and then I got infected. Лол. Не понял, на мне что, борода? О, у меня борода растет. Такое ощущение, стоп. Может быть здесь? Yeah, sure, why not? I like this place. Есть ли у меня тэч? Yeah, 100. Ой, компстагнатус выбежал. Hold on a second, we gotta kill this thing. Смерть! 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 А, не вижу. I'm blind. Help me. Don't leave me here. Он мне сделает базу. Классно. Но сначала он меня спасет. Он меня не спас. Компстагнатус, вали нафиг. Вы все погибнете у меня сегодня. Стоп. Мне бы положить все-таки. Вот. А, у меня же тоже есть копье. Хорошо. Компстагнатус готов. Этот чувак тоже готов? Хватай ресурсы. Неважно, я сам их достану для тебя. Погодите-ка, я должен помочь ему. Вот так. Ну что ж, чувак добывает мне ресы. Очень мило с его стороны. У тебя есть фибер? Yeah, I got 300. Fibers. Отдавай мне все. Хорошо. Во, он взял. Отлично. Пойдем. Is everything all right? Как он красиво лег. Давайте посмотрим, что у него есть в инвентаре. Мы не будем его грабить. Он хороший парень, у него есть хуй, нифига себе. Странная ситуация, я не знаю, что с ним теперь делать. Oh, you're back. О, 35-й додо. Смерть! Прямо в лицо идет. Что-то он кинул. Хорошо, поднять. Если что, он пытается мне сделать голимую базу из сена. Это пол. Поставь где хочешь. Окей. Gotcha. Так. Ну, какой ты каловый дом я делаю. Вот такой продолговатый домик у нас получается. Я люблю коридоры. You like it? Он еще не готов. I like corridors. Дверной проем. А это стены и барахло. All the leprechauns all over the world are thanking you. Давайте строить. Ему хочется посмотреть, как мы строим. Я сделал тебе дверь, а еще нам нужна крыша. Хорошо, как скажем. Бро, так. Так, это вот эта дверь, я так понимаю. Мне нужно еще раз, два. I need two more walls. А, хорошо. Секунду. Thanks, man. Appreciate it. Так, это крыша. Бац. Оп. Криво поставилась. Вырубить ее. Блин, какой хороший парень. Он так мне помогает. Хотя, по сути, смысл ему. Он просто хороший человек. Ить. Окей, I'm almost done. Все. Please join me. I gotta give you my disease, you know. Ну что ж, у меня есть племя, и еще я соло. Увидимся, парень. Thank you so much. See you around. And be afraid of that Russian guy. He's dangerous. Так, сет пин-код. Все, он будет меня дубасить. Блин, жалко, чувак. Ушел не вовремя как-то. Окей, dude, let's talk. You don't have to do this, because I have a friendly tribe, you know. We can invite them in. They're all Russians, so it means they're very friendly. And also, I'm so sick. I'm very sick and I'm dying anyway. О, там что-то происходит. What's happening in there? Это нужно починить. Какой там я пин-код врубил, я уже не помню. Надо, да, поставить вот эту штуку. Оп. Окей, все безопасно теперь. Oh, it's you. You saved me. Выходи, я нашел дроп. Oh, a lot of drops. Мы подбираем с благодарностью. Dude, thank you. А еще лук может быть полезен. Okay, I'll craft a bow. Вот, теперь я не могу идти. Goodbye, my friend. I love you. Ну ладно, блин, он вообще жесть как нас спас. Теперь мы не можем зайти домой, потому что мы перевешены. Он нам дал лук. Оу, yeah. Хорошо, нам нужно положить где-нибудь что-нибудь. Так, это можно выкинуть. Камни выкинуть. Пришло время снять с себя шляпу и одеть нормальный шлем. Нет. Я погорячился, я не буду этого делать. Тут какие-то лестницы, вот эта деревянная структура мне нафиг не сдались. Давайте сюда рогатку возьмем. Мне нужно где-нибудь еще свой лежак положить. Давайте все сюда прям скинем. Пожалуй, вот это будет здесь лежать. Да. Хорошо, нужно первым делом костер себе сделать. А чтобы сделать себе коробку, нужно дерево немного всего лишь добыть. Так, через сколько это исчезнет штука? Через 1.5 минуты. Нет, подобрать и выкинуть. 2 минуты всего. Офигеть, как плохо. Ну, давай. Стоп. Есть. И еще один. О, да. Теперь бы домой дойти. Да, лежак мы уже потеряли. Я не успею добраться до дома. Ух ты, прицел есть. Тук-тук. Дверь. А, вот она. Успеть подобрать лежак. Успеть.
20 секунд. Есть! Фух. И, значит, коробка будет стоять... Бац, одна. И вторая прям рядом. А так, замечательно. Вот еще ягоды дофига занимают место. Надо убрать один лежак лишний. Флинт. Все. О, как прекрасно. О, на улице жара. Вот костер, я его искал. Теперь будет вкусняшки готовиться. Что у нас с этим обстоит, как дела? Мы не можем построить пока... С 11 левела. Нам нужно добыть левел себе. Совсем чуть-чуть осталось. Поэтому просто добываем себе дерево. Я хочу попробовать себе стены сделать хотя бы. Есть! Ух, давайте еще больше веса. И, наконец-таки, мы можем... Да, деревянные стены. И фаундейшн. Прекрасно. Смотрите, у меня сейчас еще один левел будет, что ли? Ох, нифига себе. Из-за того, что я строю фаундейшны, у меня их сейчас 2, мне нужно 4. И сейчас будет еще один левел. Слушайте, офигеть, как у меня быстро в этой серии... Левел набирается уже 11-й. Я думаю, надо прибавить еще веса себе. Сейчас это важнее. Так, что там мне не хватает? Еды мне не хватает, конечно же. Пойдемте за едой. Давайте поднимем. И положим в какое-нибудь другое место. Например, где-нибудь... Ой, простите. Во, где-нибудь здесь. Сейчас мы запрыгнем. Черт, не получается. Ладно. Да, в принципе, можно прямо вот тут в траве кинуть, и пофигу, ничего не будет. Так, чего не хватает, чтобы сделать себе снова... Ага, флинт нужен. Все там, внизу. О, до 40-го левел. Женяк, даже не думай. А, черт. Прости, ты знаешь, насколько ты аппетитный сейчас для меня. 40-й левел. Вот. Так, значит, 4 фаундейшена. Ух ты, мы и правда можем заменять. И при том, все, что было, все, что из чего состоял вот этот фаундейшен, мне обратно вернулось в инвентарь. Нифига себе, как удобно. Мне кажется, вот как нужно делать. Дома можно просто заменять. Прекрасно. Что ж, я должен полностью сделать свой дом. Это моя задача. Деревянный дом спасет меня на какое-то время. Значит, вот она, дверь. А, погодите, что-то нужно еще выложить. Тэч дор, Сначала, погодите, это я уже выучил. А, и вот что нужно. Дверной проем деревянный, да. Все. Вот, мы их изучили. Осталось потом только потолок еще выучить, но это уже совсем скоро. Ай, все, я его изучил только что. Считаешь, потрясающе. Давайте чинить свой топор. Что там у нас? 3 стенки, да? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Стоп, погодите, я что-то путаюсь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стенок нужно. Ну вот, мы уже сделали один дверной проем, одну дверь. А так, а так. Блин, мне нравится такой прогресс, прям хороший. Ну, конечно, все благодаря этому чуваку. Баф, ты просто умничка. Не то, что тут русский мальчик-злодей. Хорошо, давайте прибавим себе хпшку. Что можно сделать-то? Проща. Ну вот и все, ребят. Оно у меня есть. Значит, стены. Куда ты поставилась? Блин, тупая стена. Как тупо получилось. Давайте еще раз. Только давайте без косяков. Окей. Хорошо. Свинья такая. И последняя. Есть. Теперь с тобой. Почему она здесь не ставится? Не понимаю. Значит, 7-й. Есть. Хорошо. И потолки. Все, все как надо ставят. Отлично. О, да. Fuck yeah! Что ж, вот он, домик наш. Наш собственный. Даже не верится как-то. Давайте все с себя снимем, как нас учили. Офигеть, я бородатый стал. И, по-моему, меня видно. И снаружи будет. И слишком высокий. И слишком худой. Надо снова наесть свой могучий вес. Не жир, заметьте, а мышцы. Масса. Окей, давайте попробуем освободить место. Что мы можем оставить у себя? Например, вот эти куски мяса. И вот это. И камни тоже. Вот как-то так. Мы все сложили. Давайте здесь еще один лежак положим. Все, теперь у нас их 3 лежит. Дверь закрыта. И на этом мы с вами, ребят, заканчиваем очередной выпуск Арк. Я надеюсь, вы скучали по нему. И надеюсь, что вам понравилось то, что вы увидели. И это стоило ваших ожиданий. Я думаю, не особо. С вами Юджин. Люблю вас, всех обожаю. Целую, обнимаю. И давайте напоследок дадим друг другу петюли. Не забывайте, правда, подписываться на канал, вступать в группу ВКонтакте и Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. И петюля напоследок, вот она. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5.